Мужики, всем привет! В общем, Лёш, смотри, девятошный выжимной, да? Разобрал, кольцо снял. Я думаю, объяснять не надо, как он выглядит. Вот этим кольцом он в лепестки давит. Вот, сейчас его попробую так одной рукой, если получится, скидать до кучи. Тем более, для тебя это проблем никаких не возникнет. Вот она, скоба вот так становится, держит выжимной. Вот здесь вот, если вот так вот что-то приложить, пару миллиметров всего-навсего, вот от верха скобы до сюда, вот так по плоскости. При этом она целенькая, нигде за корзину она не цепляется. То есть вот пару миллиметров достаточно, чтобы диск нажимался, отходил, выходил, проходил. Я к чему? Это по доработкам вот этого подшипника. То есть вот здесь нужно сделать, ну, пару-тройку миллиметров выступ. Я его сделал. Ну, это вот такой подшипник. У меня, я не знаю, как это, обойма из двух частей. А есть вот такие подшипники. И вот он, этот выступ. Здесь миллиметра 3, наверное. Но можно было его меньше сделать. Выточил такую запчастюлину. Немножко в плюсе, чем... Сейчас я его выбью, покажу. Так, продолжаем. Ну, вот снял подшипник. Он снимается, сбивается. Вот с этого. Очень легко. Тут вообще легкий удар, она выскакивает. Вот подшипник. Также точно и здесь снимается. Сюда. В тисы. И вот сюда вот. Так она выскакивает. Очень быстро. А это вот такая обойма. Вот в отличие от... Это с двух частей какая-то непонятная. А это вот... Зачастую попадаются вот такие. Ну, это старенькие подшипники. Вот замерил здесь расстояние. У меня, по крайней мере, получилось 44,9. Вот тут проточил я где-то 45, не помню сколько, надо померить. Сейчас даже замерю. Вот тут точно знаю 44,9. Вот здесь. Так, где-то вроде по нулям. Ну, если верить вот этому китайцу. Да, 45,1, ну 45. Это я уже сильно передавил. Смотря как, сейчас по-другому попробую зажать. Ну, где-то вот так вот получилось. Ну, старался 45. Ну, 1/100, бог с ним. И она вот сюда очень плотненько забивается. Не надо никаких сварок, не надо никаких этих самых. Толщина вот эта, вот здесь, короче, толщина 4 миллиметра, но здесь я как-то произвольно, может, 3 с копейкой проточил посадочно. Хотя можно было и 4 миллиметра сделать, поглубже села. Это экспериментальный образец. Вот туда она просто так не вставляется, нужно ее забить. Просто так она не выскочит. Тоже я ее выбивал сейчас, вот так вставил головку и ее выбивал. Не выпадет. Здесь на конус. Немножко здесь вроде бы как кольцо по размеру вот этого подшипника. Вот. Ну как по размеру? Практически. Плюс-минус. Ну да, оно так и по размеру идет. Что так, что так. В общем, здесь я ее протачивал внутри, но не обязательно. Заготовка, да, самое главное. Заготовка какая? Вот это вот кольцо, которое вот подшипник в полуоси держит. Внутри не обязательно протачивать. Это я что-то подгонял под этот подшипник, потом понял, что он не обязательно. Лейка проходит даже с запасом. Заодно тело будет побольше вот этого, потолще. Вот. Как-то так. Вот из нее и выточил. То есть вот так зажал,
со стороны конуса проточил посадочное вот сюда, потом развернул, обрезал его отрезным, сколько мне надо, сколько мне понравилось. Вот. И уже резцом другим вот этим я вот тут. Вот отрезной стоит. И вот таким вот резцом уже придал конус. И крыльцо. Все. Вот такая вот она тоненькая. Ну, то есть, это кажется, что толстая, она же туда залазит. И на самом деле, вот здесь всего-навсего 3 мм. Можно было еще конус сделать посильнее, но достаточно. Вот. Короче, сейчас надо забить ее туда. Вот так ключ ставлю. И туда приглашаю. Сейчас забью. Все, забил. Даже без ключа, просто молотком по кругу. Так-так-так-так-так-так. Плотно-плотно, но залезло. Все, никуда она не денется. Здесь вот так до подшипника не достает, но это подшипник старый. Так что ее можно выбить и поставить будет на новую. При этом все заводское. Исполнение вот этого. Заводское исполнение вот этого остается. И девяточная корзина будет работать вообще четко. Внутрянку протачивать не обязательно. Вот как-то так. Металл хороший, не пластилин. Вот станок у тебя есть, поэтому никаких проблем. Ну, здесь я растачивал, не знаю зачем, но вот расточил почему-то вот по вот этому. Что-то я запамятовал, что они же никак не связаны. Поэтому смело можно вот использовать нерасточенный. Вот. Как-то так. Прикольно. Сейчас еще одну сделаю. Вот из этого кольца. В общем, чтобы не покупать от Chevrolet Niva выжимной, да, который, наверное, в два раза дороже стоит, чем обычный классический жигулевский. Ну, что-то мне так кажется. Никогда не покупал Chevy для Chevy-ка, не этот. Да и как кто покупал, мужики говорят, он там на лейке на этой болтается на коробке. Так что вот на примере вот старенького показал, как можно выйти из ситуации. Ну да, немножко пришлось поработать токарным станком. Ну, для этих целей я его и покупал, чтобы решать какие-то сложные задачи, да? Вот, как-то так. Ну, а здесь уже, соответственно, можно и под, я не знаю, под и под оковскую корзину, там, под любую корзину сделать нужную ширину, чтобы она давила именно на край лепестков. Вот такая вот, друзья, простейшая доработка. Все.